Всех приветствую. Сегодня небольшая распаковка, три маленьких посылки. Такая вот она тонюсенькая, 0,09 грамм весит, 50 центов стоила. Сейчас узнаем, что здесь. А вот, ага. Давайте еще раз искусственный снег. Потом покажем на действии, как он работает. Я, может, в конце видео вставлю. Так, дальше у нас товар стоимостью 2 доллара. 55 грамм. Интересно, что есть такое 5 долларов. А, понятно. Всякие штучки для рыбалки. Кстати, вот визитная карточка. Все как обычно, просит поставить 5 звезд. Свет не включу. Так, вот. Тут по-английски. Ну и опять, такие я уже получал. Кстати, вот эти вот упакованы. Мало того, что вот такую красивую, такой красивый пакетик, но еще и там внутри плотная коробочка. Вот, вот открывается она, и там внутри такие штучки вот эти вот пахнут чем-то рыбным. Реально. Такой вот он на вид. Надеюсь, рыбалка для человека удастся. Я вот такое ловить не умею. Немного оценивать. Ссылку дам в описании. Так, это отложу сюда. Ну и последняя посылочка. А, это для Лего. Это подкреплять. Лего фигурки, детальки. Кстати, я покупал на Алиэкспрессе. Вот все, кроме карты снега, куплено на Алиэкспрессе. Так что если... Кстати, здесь написано, чтобы снег сделать, его надо опустить в воду. Попробовать? Попробуем, поэкспериментируем. И вот такой у нас чудо. Ради эксперимента попробуем. Написано добавить воду. Или добавить воды, я так и не понял. Сюда я поставлю ее. Экспериментальный снег. Вот. Зачем я их держу? Так, видно? Так, мне нужна калитка. Вот, здесь. Так, как это тоже растет? Да, точно растет. Сейчас воды подолью. Так, вот, принес еще водички. Я тут приборщил со снегом. Сейчас. А реально вот похож на снег. Ты для кого это делаешь? Ну, на вид похоже, да. Забава. Да как в подгузниках. Такой же консистенции. Ну все, всем прощаюсь.